Здравствуйте, Манушала. Обращаюсь к Атуме. По поводу того, что я божилась в церковь печаю. Выходила, божилась, что Артур Макеевский на меня высылал людям видео за меня. Манхаринана. Его помадой высылал видео по Манушенге. Мы с Аллаха воспалда видео. С Аллаха ласлы скриборий. Йовды церковь сис. Лыскру пшалысис. Мы с Аллаха дюм. А после дава вигине юне, совлахады, сукада фейку. Союз не будет распространяться до фейку. Другие время. Мы общалась с манушенцем, обхира вас побьява. После этого Артур Макеевский начал общаться с Кристиной. Это Кристина с Конотопа. Я ее знать не знаю. Я знаю ее младшую сестру. Я начала с ней ругаться по телефону. Почему? Потому что они высылали видео, он мне снимал прямые эфиры, включает мне видеокамеру, говорит, я с сыном, а сам с ней на квартире, потом прямые эфиры включают, он меня предупреждает, что он жениться будет. Я к этому ничего не имею. Пускай женился, пускай женится. Эта женщина не вывела себя. Я у него спрашивала это. Как там получилось, что у них, я не знаю. Получилось так, что она хватает трубку и начинает меня ругать. За то, что я ему говорю, что я не собираюсь помогать твоей гулянке деньгами. Она хватает трубку и начинает меня ругать. Потом, после этого, сразу же, она берет и высылает своей сестре видео. За то, за какое видео? За то, что я предупреждала, божилась. За то, что я свечки крутила, она пересылает это видео с Артуриного телефона своей сестре. Эта сестра пересылает моей сестре. Выявляется, что видео у Артура еще есть. Это за то, что я божилась и что он поломал флешку на видеокамере. А сейчас оно распространяется опять. Люди добрые, я предупреждала и божилась за это. И они божились. И они допускают до людей, для общения людьми. К чему это все они вели? Вы должны понимать, такое не скрывается, такое не распространяется по людям. Потом, после такой божбы, они не имели права скрывать и сохранять эти флешки, или видео, или фотографии, как бы там, что там не было у них. Значит, с них тоже идет спрос. Малын Магира, Полдавасу, они распространяют и сохраняют видео. Тепуханю не сары туалеты, сары уборны, сары налачи джулин, кицисы налачи, каджуля, страминен, самую гидкуны лавенца, сароленге думуйте, ял, Кристинаке и Артуровска, Макеевсконеска. И мы сейчас Совлахава, виджава, еще их мало по эфиру. Совлахава, полсаро. А кана манушала мы Совлахава. Тепомару ману давил. Та розмарил ману давил, кай ма джава, кай ма порисувава. Та джал помаде чудо диво, помире біятенде, помире внукенде. Содава сару наче чепен. Это продолжается 17 лет. Того, что Исис, когда сару, мы Исис до видео. Содава сару наче чепен, когда сару наговору. И когда сару фейко. Мы повторно совлаха. Ты вели джан ман муля, ты ден манге бешебен. Та розмардивамо, мире мозги та скаден по асфальту. Содава сару наче чепен. А дола мануша, та лен попеста да я совлах. Который действительно допханен, розчурден, когда фейки. Начачу не саве совлахан, и долиджан Манушенко совлаха распространяют пари Манушенде, долиджан собой апте общаются, а потом лен опять и відчурден. Когда сыр виджал, то мы их жене должно теполен. Кесо когда виджал? Со когда за Мануша? К чему юне когда сару лиджан? Все, ден бахтали. Люди добрые, божуся за то, что мой бывший муж Артур посылает всем видео, посылает всем тексты, что я магедин, что со мной что-то, со мной люди не общаются. Люди, это продолжается 15 лет. Моему сыну Давиду 16. Когда моему сыну было 3 месяца, с этого дня он начал интригами заниматься. Ему было месяц, и он меня заставил пойти к нотариусу и дать отказ на сына. Но я его обманула, возле Бога говорю. Я его обманула и не дала на свое имя отказ, а дала имя на его фамилию.
Так что этот отказ не действительный. После этого он начал интригами заниматься, начал писать, говорить людям, что я магевдин, чтобы со мной люди не общались. Если это правда, чтобы покрутил Господь моих детей, мою семью и всех моих предков. Если я обманываю, то чтобы Господь не отдал. Если он обманывает, чтобы на его предков, кроме моего Давида, на его предков и на его семью, и на него, чтобы это было. После этого это много лет продолжалось, что он интригами занимался, писал, видео высылал. Если это видео именно его, он сделал это видео, и он интриговал. И его мать недавно, уже 15 лет тому, как прошло, я звоню и говорю ей, твой сын занимается интригами. Она мне отвечает, что не надо было заниматься этим. Я ей говорю, так вы 15 лет это знаете. Я с вами в семье была. Это 15 лет. Я 7 лет общалась с его семьей. Была с ним в семье, приходила, жила. Он мне голову резал за измену. Это все люди знают. Он подбил к этой измене. Он сделал так, что этот мужчина меня вернул назад. А потом же с этими интригами начал рассказывать людям, что он сделал так, чтобы измена была. Он меня подбивал к всем неправильным поступкам. Я, Юзикова внучка, никогда в жизни не было такого, чтобы я пробаживала. И до этого всего никогда не было божбы, никогда не было плохого слова. Как связалась с этим человеком, интриги начались. Его брат, его мать в последнее время начали мне говорить, что не надо с такими поступками поступать. Я им звоню, объясняюсь, а они свое говорят. Значит, люди добрые, хотите верьте, хотите нет. Коростин, Киев, Васильков. Васильковские парни, дай Бог им здоровья, предупреждали его. Сынок, если ты будешь заниматься этими интригами, значит, ты такой самый будешь. Он божился в Коростине, я божилась в церкви, что это неправда. Он высылал видео, он высылал сообщения, высылал, что я магерды, что не общайтесь с этим человеком. На второй день приводит меня домой, а потом говорит, что я его не жена, что он со мной не живет, он у меня перебежками живет. Это неправда, люди. Он берет сына своего, приходит ко мне в дом, мои дети, внуки, семья в хате. Он меня, значит, обманывает. Как можно обманывать людей месяцами жить, по полгода, по году, жить в одном доме и говорить, что ты мне не жена? Это что, так получается, так выгодно людям? То хай Господь покрутит, вот так вот покрутит, на растрань, чтобы пошли эти люди. Если они обманывают, если они неправильно поступают. Я разговариваю с его матерью в последнее время. Она мне отвечает. Я говорю, я не хотела этот позор. Я не хотела вот это выходить на людей. 15 лет продолжается, я ей объясняю, что я не хочу. У меня внуки, дети, семья. Я не хочу позор на себя брать. Я не хочу на людей выходить. Но так получилось, что у меня уже сил нету. Это 17 лет продолжения этого всего. Ну уже все, достало меня. Значит, люди добрые. Сделайте свой вывод. Все люди знают, что это 15 лет продолжается. Коростин знает, Васильков знает. Он меня подозревал на Васильков, рассказывал, что попало людям. За какие-то измены, за какие-то блядства, извините за выражение. Но этого не было никогда в жизни. И люди этому подтвердят. И потом же люди им же говорили, что Артур, надо что-то доказывать, факты какие-то иметь. На это все, что ты рассказываешь и унижаешь людей, значит, факты надо, а просто говорить и людей унижать вот так вот. Люди, хочу вам еще что-то сказать. После этого, как я отказ вот этот неправильный дала ему на ребенка, после этого, я подозреваю, что он меня сдал. Я 5 лет сидела в тюрьме в Умане. Из-за этого, что он сказал, что я в Василькове, извините, гуляла с мужчинами. И он меня после этого сдал. Он мне дал Мираклюз, Демарку. Я ей продала, мила сакардюм бути, ей манздия. И даракли, когда манздия, когда лескири ракли. И значит, я кардя, чтобы ман тезден, и мы теджав де ума, и тебе шал панч больше. Мы подозреваем, ты помарило дело в мире внуками, в мире биятель, как я подозреваю, корыстыми, то же самое было. Зашел прям в райотдел и рассказывал, за Таню, за Леню,
За Нелю, за мою сестру Зарину, за всех рассказывал. Что попало, говорил холодам. Если вы хотите поинтересоваться, я все данные скажу, как это все было, что он с Димаром. Я подозреваю его. Мало что он с Димаром, он еще интригами занимается. А у меня дети, внуки, семья. Может быть, как-то, если люди правильные и справедливые, они поймут. То, что я говорю, этот человек согласен на все. Переступит все, что возможно и невозможно, но он пойдет на все. Но он же тут возвращает, тут же он и не, будто бы возле людей не возвращает. С сегодняшнего дня он сегодня утром звонил и просил, чтобы я вернулась. Но с этими интригами, люди, я уже все, я не могу выдержать. Я больше этого не потерплю. Я считаю, люди, что вы должны разобраться, что вы должны свое мнение сказать. Когда люди занимаются интригами, значит, должно это как-то, истина должна быть истиной. Хай Господь видит мою божбу и на моих детей, и на моих внуков, и на меня, что это все неправда, что это он все придумал, что он все сделал вот это видео, выкидывает. Я уже божилась у корыстями, и люди знают, и его мать знает. И после этого я к ним в дом заходила. И они знали это, я жила в них месяц после этого, но это 15 лет. Посчитайте, люди, до этого всего я жила 7-10 лет, приходила в его семью, общалась. 5 лет последних я вообще не общаюсь, потому что будто бы за измену. А после измены они меня завели в дом и приняли, потому что его сын, Макеевского сын, сказал, что это он сделал это все, чтобы я вернулась к бывшему мужу. Но это все не так. Вы должны разобраться немножко, люди. Достойны кто-то с людьми быть? Я достойна или он достоин? Ну, я забожилась, люди, все на вашей совести. Хай Господь побьет того, кто неправильно рассуждает и кто неправильно перекручивает вот эти все интриги и вот эти все неправильные дела, которые подходят к этому всему, что опозоренные дети, внуки и так же само совместный сын у нас, но он не обратил внимания на это все. Остановись. На сегодняшний день я хочу забожиться, что я не Магерди и достойна возле людьми сидеть и общаться и пить чашку чая. Чтобы Господь побил моих детей и меня, покрутил, и моих всех родственников. Что только можно самое плохое, все на меня, на мою семью. А теперь хочу сказать, люди, подозреваю так же само, о чем я хотела сказать. За Халавден. До сих пор, до сегодняшнего дня, у меня с холодами проблемы. Те, которые он поднял, эти холоды, и вот эти холоды, он говорит, за холоден, гулялы, не гулялы, с холодами. Это его проблема, что он говорит, потому что в него нету что больше сказать, люди. Вы должны понимать, у него выхода нету. Он говорит, гуляли с холодами. Но этот холодо все равно до сих пор у моей сестре. Какая разница, вы знаете, какая разница у моей сестры и у меня до сегодняшнего дня проблемы. Значит, я хочу сказать, как бы ни было, он будет отвечать за эти холоды. Или со мной проблемы, или с моей сестрой проблемы. Он будет отвечать за это. Почему? Потому что он пошел в райотдел и кричал, все, что надо и не надо, если надо, кому я скажу в глаза и подтвержу. Что он говорил там? За холоды, за нас, за всю семью. Рассказывал все детальности. Я подтвержу, чтобы Господь покрутил мою семью, и меня, и моих детей, и моих внуков. Как я все подтвержу, как он рассказывал за мою семью, Сокаренас, Сырзаленас, Сырбикненас, Сару исключительно, Сару Мопороспана, до сегодняшнего дня проблема. Это все еще не закончено. Он за это еще ответит. Мало этого. Что Халавдо подтвердил, Пханен Халавдан патя нету. Так я подтверждаю, как он именно в райотделе. Говорим в райотделе. Все самири семья залыл, все корыл. Какие дела в семье, все детальности, все рассказывал. Все на камере было. Я подтверждаю, что Господь побил моих внуков и мою семью. И мои все, исключительно предков и семью, и родных, и двоюродных. Божусь, потому что люди знают. Они говорят Халавдан, пати нету, значит не есть, потому что я и камень есть, потому что я подтверждаю, что действительно я своими глазами видела. В райотделе у корости, как он зашел и кричал,
что Таня, Леня, Зарина, ну, все имена, Неля, все имена, исключительно. Каяне Заленко, Исойне Карен, Саваленде Дели, Приделы, Саро, мы не буду давать ракера, потому что разно Саро исключительно, Коростенский адреса давал. Кон кай живал, кай мири биби ел живал, кай я мир биби живал, кай трито биби живал. И в Саро исключительно випхенела за вас Саро, именно Халаденга. Халадала стерпали кучинас, и ее подтверждал давал. А специально Макела спадала мава, субуту был Халаде, Гулинен, Румяса лескриаса, чи лескрима маса, чи конеса неизвестно. Мак допханел, кон кай конеса гулинелас. А до вас ее ракирел, то мак ответит палсан. А до вас ее обичавал Манушенга. И свою понакардя, и Манушенга обичавал смс, видео, то мак палдава ответит. Палдава ее магир доявала. Мы сейчас обичавай еще видео, еще ек. Через две недели, после этого, сырьев я вядовая делала, и раки распхандядова. Сразу же после дава халадали непа, и позалены ман, мире пханя, то манды делы по карде, и сары сейчас буду будь делы. Манды фарты бары проблемы, фарты бары сумма гия подава. Да я сумма мы не буду таракирал, потому что дава наш ты канал. Ну, когда треби я вала мы пханала, фарты бары сумма гине подава, чтобы я маты наба сейчас мире пханяться. И на только пханяться, да и будь манушам мешан. Если треби я вала, мы сару манушалы распханала. Если кто мы тополы, мы полал. Я не подава марина, слескрыдая звонинела, сыпханелась. Я Макеевская, мне больше веры есть, чем тебе. Ну, манушала, то мы должны ты полен подала по факты. Хсувла, хсувла хаса, ну факты, все факты, манушала. И по интриге, будь не будет продолжаться, все равно выяснится, че чипы дала сару. И никогда дава наявила, что по жизни Терекирес манушес по интриге. 15 лет, люди добрые, 15 лет оно должно закончиться. И оно закончится. За 17 лет я сделала вот это видео. Я прошу прощения, люди. Если оно действительно касается ко мне, так я согласна. Ну, если нет, чтобы Господь покрутил и поломал их детей, кроме моего Давида, их предков, чтобы кровь капала, и только собирали, только могилы были, и только гробы выносили с их домов. Если они так считают, что им только вера есть, а нам нету. Все, прошу прощения, люди добрые.